Сотрудники республиканского наркологического диспансера предупреждают жителей республики не угодить в алкогольную яму в новогодние праздники. Сегодня на учете в медицинском учреждении состоят более 4000 пациентов, чуть больше половины которых – женщины. И по сравнению с прошлым годом отмечается снижение количества больных, состоящих на учете, именно с наркологическими расстройствами. В большинстве своем пик работы врачей-наркологов приходится на праздники, в частности и Новый год. Так специалисты советуют жителям республики воздержаться от употребления алкогольной продукции. Однако, несмотря на все риски, большинство людей все же употребляют алкоголь. Пусть и редко, по праздникам, по особым поводам, в меру. Не стоит забывать о времени года. Зимой большинство пьяных просто-напросто замерзают на улице, что зачастую приводит к трагическим последствиям. Если состояние позволяет, мы их лечим у себя. Если вот комбустиолог, врач-специалист смотрит, и необходимо лечение там, в отделении, в ожоговом, их госпитализируют туда, мы консультируем в отделении. А после выписки, да, они тоже могут обратиться к нам, тогда уже курс лечения проводим. Известно, что болезнь легче предупредить, чем лечить. Вот почему необходимо обращать внимание на усиление работы по профилактике алкоголизации, пропаганде здорового образа жизни, формированию у жителей и молодежи антинаркотических установок, то есть направлять усилия в решении проблемы на искоренение причин.